Передо мной была поставлена задача по огневому поражению противника. Выполняли мы ее баллистической ракетой. В ходе выполнения задачи было поражено здание, в котором располагался иностранный легион. Так как была прибита фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено, и противник был поражен. Есть гордость, потому что Родина доверила такой мощный комплекс, которому, можно сказать, нет аналога в мире.